Появись. Вот, тебя будут снимать. Смотри. Смотри, позируй. Так и сидеть. Так и сидеть. Вот молодец. Ты сел, молодец. Не, вот это не надо. Сидеть. Ой-ой-ой. Там надо дать ему печененку. Вот здесь вот слева лежит. Запоощрить его за то, что он команду выполнил. Надо поощрить. А у тебя там и видео есть, да, в этом фотографии? О, слушай, здорово. Так, это слышал, что тебе... Какой-то сухой корм. Не сухой, это же печенье есть. Это какой сухой корм? Называется печенье? Ну да, это же я купил Роял Канин. Да, это и есть печенье. Это не... Айки, ко мне. Ко мне. Получилось? Сидеть. А я вам видео скину потом. Сидеть. Молодец. На тебе. Не, мы будем сейчас учить. Если мы не сможем ее сами выучить, то придется кинолога нанимать. Да, потому что большая собака и доминирующая, очень любит доминировать. Просто у меня как бы грустный опыт был с немецкой овчаркой. Да, когда он не слышал вообще никого. Там просто, он сначала маленький был хороший, а когда вырос, он сказал, что я тут самый главный. Дай лапу. Тайки, сидеть. Молодец. Дай лапу. Молодец. Это я еще не очень понимаю. Ну, не совсем. Ну, блин, что ты хочешь? 3 месяца. Поверни фотоаппарату лицом. Морда лица повернись. Тайки. А я даже сяду. Вот так вот. Иди ко мне. Он у нас песни иногда поет. Ой, когда я на гармошке играю, да. Слушай, он играет, поет песни под настроение. Ах ты сладкий наш. Вот так вот. Улыбнись там фотоаппарату. Тебя снимает камера. Тебя снимает скрытая камера. А, ты хочешь вот этот пакет сраться. Вот видишь как, он кусается. Я ударю тебя, если будешь кусаться. А бить, сказал Миша Каневец, нельзя бить, до 6 месяцев бить его. Ну там написано в Акито, что надо воспитывать. Так, сидеть. Японскими методами. Сидеть. Молодец. Дайте печененку за это. Вот. Дай лапу. Какие-то печененки очень маленькие. Айки, дай лапу. Дай лапу. Юрась, встал, наверное. Дай ему съесть. Да, надо что-то одно сделать. Или лапу дать, или сидеть, или... Вот кусаться не надо. Ой, сейчас Коля как раз это...